Привет, народ, с вами Алексей. Продолжаем проходить Stronghold. 17 глава у нас — царство верблюдов. Глава будет сейчас непростая. Придется немножко тут вспотеть. Три Абдулы у нас. Мы находимся в очень неудобной позиции. Ну, давайте попробуем. Ладно. Замок построен! Что у нас тут получится, что выйдет, сейчас глянем. Так, тут надо нам сразу же делать денежку. Быстренько. Кушать ваша надо. Ваша популярность падает. Верблюды прям, ну... Ребята, некрасиво вы тут сидите. Так, давайте нужно амбар. Дерево. А я не поставил рынок. Не поставил ни хрена. Моя ошибка. Так, давайте пока так. Что нам дальше сделать надо? Нам надо бы высокие вот такие башни поставить. Я думаю. Да, быстренько ставим. Угу. К воротам их уже не поставить. Ладно. Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Мы идем. Да? Мы уже в пути. Уже идем. Как можно больше мы ставим. Лучники готовы. Мы лучников идем. Наверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мой лук к вашим услугам. Санатруку халан. Халум. Так, да, вот так вот. Милорд, мы уже в пути. Только такой вариант. Какие будут указания? Уже идем. По крайней мере, я вижу так. Так, давайте жаровни поставим тоже. Так, есть. Один есть, теперь надо здесь. Нас атакуют! Нас атакуют уже. Так, ну и здесь надо тоже проставиться. Таким вот способом тоже загнать... Ждем ваших приказов. Лучников. Мы идем. Послание от султана. Голуби спят. Сокол поднялся в небо. Видите? Приветствуем вас, сэр. Мне уже угрожают. Уже идет угроза. Так, раз, два, три, четыре. Послание от султана. Саму свирепствует у твоих стен. Да, это нехорошо. Нехорошие слова. Смуком. Послание от султана. Голуби спят. Сокол поднялся в небо. Так, давайте мы сейчас сразу же вот это все ломаем. Не дай бог, к нам кто-то заберется сюда. Я надеюсь на высокие башни, что они как бы мне помогут все-таки. Нахну фи хидматик. Нахну тахта амрик. Санатруку халан. Так, ну и что-то надо вот здесь придумать нам. Нужен камень. Что-то большое. Давайте камня прикупим. Не хватает золота. И поставим сюда.
не хватает товаров. Смуком. Каматорбов. Да, вот по нам сразу же летят стрелы, так не слабо. Да? Но мы высоко находимся, это нас, конечно, спасает. Давайте ваша гильдию популярность растет. Инженеров поставим. Продаем. Не хватает товаров. Нет, надо поставить вот такую мангалену. Да, ваша милость. Вообще пока денег у нас нет. Не хватает товара. Да, вот здесь надо будет подужаться. Вы что-то задумали? Чем мы можем помочь? Подбираем обслугу. Приказывайте. Я что-то не понял, вы-то куда пошли? Вперед. А? Идиоты. Давай скорее. Все, сломали. Башню они не залезут, по крайней мере. Так, ты давай сюда. Господи, ну. Подбираем обслугу. Болезнь-то построена, сэр. Определяем дальность. Давайте бьем. Надо, конечно, щитов поставить. Не хватает товаров. Да, ваша милость. Надо было их изначально ставить, конечно. Надо что-то построить. Я сделал немного неправильно. Строим осадное орудие. Сейчас потеряю, наверное, строим скорее всего, строим свое орудие. Строим осадное орудие. Из-за этого. Строим осадное орудие. Лесть-то построена, сэр. Да. К сожалению, да. Так, 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 как бы нам это все выдержать вначале, а? Так, здесь пока сдерживаем, все хорошо. Да, сломали мне все-таки, сломали. Так, нам надо камень добывать еще. Поскорее. Я живу для вас. Не хватает товаров. Так, надо опять ставить эту штуковину, мангалену. Щит готов. Так, щиты поровнее встаньте. Вот. Да, ваша милость. Так, и загоняем двух этих ваши бравых приказы. Ребят. Подбираем обслугу. Так, здесь нам надо поставить, наверное, мучное уже что-то, да? Да, пока так. И поставить лесопилочки. И поставить еще вот такие хижинки. То у нас их очень мало. Так, здесь металл еще есть. Так, тут ребятки пробились, смотрите, идут, идут. Щит готов, перемещаем щит. Щит готов. Так, давайте долбить. Определяем дальность. Определяем дальность. Поехали. Так, нам надо еще лучников желательно. Или да можно, в принципе, вот этих встретить.
ними побороться, не дать им сюда пройти. Так, а тут еще... Еще проходы у нас, смотрите, двигаются к нам, увы. Ну, двигаются. Приветствуем вас, сэр. Смелее. Вы четвертый, великий лорд. Не хватает товара. На четвертом месте мы, к сожалению. Ладно. Мы готовы. Кто обещал легкой прогулки нам? Ждем вас, мы о них позаботимся. Наши мечты. А нашу честь! Так, давайте немножко игрушку увеличим скорость. Вы что-то задумали? Так, ну и вот этих надо нам встретить, бравых ребят. Нет. Послание от султана. К султану нынче небеса неблагосклонны. Ох, неблагосклонны. Что вы замышляете? Да куда вы побежали? Давайте сюда рядышком. Так, камень прислали. Давайте закупаем лучников. Что есть? Товаров. Деньги, да? Давайте ставим жаровню сюда. И закупаем луки. Смуху. Запасы золота слишком. Смуху. Нормально, для нас это много сейчас. Так, что можно еще сделать? Яблоки продавать не буду, это не буду пока, это все нам надо. Нам надо поставить мельницу. Нам надо увеличить... Бляха, муха. Опять атака идет, ну что же вас... Мать идти, а? Ты посмотри. Наши мечи! Атаку! Послание от султана. К султану! Так, пока сдерживаем, пока все хорошо. Мы не видим пути. Пока все неплохо, неплохо, неплохо. Держимся. Да, здесь тяжело немного, но ничего. Смотрите, достать они нас особо пока и не могут. И ворота-то у него закрыты, развитие у него не идет. Замечательно. Так, у этого мужичка у нас... Бойцы у нас заканчиваются, вот что. Так, камень прибывает. Сейчас не хватает мы... товара. Сейчас мы, ребята, увеличим. Опять камень продал опять. Ну чтоб тебя. Смухом. Нужно золото. Вот эту башню мы укрепили прям по полной. Здесь пока достаточно всех будет. Ребят, теперь нам что надо? Нам надо добывать... Железо, ребята, денежки наши. Прям очень нужны. Все, что можно. Нам надо здесь вытащить со своей карты. Да, пытаются меня тут атаковать по полной. Надо бы как-то немножко здесь и помочь. Не хватает товара. Надо нам поставить сюда вот таких ребят. Пускай они со склона долбят. Так, немного переживаю вот за этот момент, за эту башню. Вот эти ребята тут, конечно, да, дают прокакаться нам. Но мы можем и эту проблемку решить вот таким Послание способом. От султана. К султану нынче небеса неблагосклонны. Ох, неблагосклонны. Самое главное здесь выдержать начало. Начало выдерживаем, потом проблем не будет.
Сейчас мы сюда посадим лучников наших. И у нас будет... Не хватает товаров. Все чики-чики. Так, надо складик увеличить. Пора ставить нам пекарни. Вы четвертый, великий лорд. Пять штук пока достаточно. Так, и хижин надо поставить, их мало. Вот так, все отлично. Все, вынесли мы эту стенку. Он прикрыт. Можно сказать, мы обезопасились вот от этого. Он закрытый. Этого мы потихоньку долбим. С этим мы сейчас тоже разберемся. Сейчас мы сюда быстренько поставим лучников. Нужно золото. И все. Все будет у нас огонь, только мы не достроили лестницу. Давайте жаровню поставим. И вот такими группками закинем. Все. Пока все здорово у нас. Так, этих пока можно сюда. Здесь у нас проблем-то уже и нет. Я думаю, мы уже... Да, смотрите, наших тут выбивают потихоньку. Надо бы нам тогда, ребята, сюда тоже подзагнать как можно больше лучников. Не хватает товара. Здесь у нас место слабнет. Не хватает золота. Надо усилить. Все, вышибают, вышибают, вышибают. Прям нехорошо. Он сейчас откроет барбаканы свои. Начнет на меня нападать. Это прям нехорошо. Хорошо заметил вовремя. Нахну фи хидматик. Нахну тахта амрик. Смуукум. Санатруку халан. Кама таргаб. Халум. Да, вот мы сейчас займем свои позиции тут. И перестреляем его, лучников нахрен. Так, здесь под контролем все держится, держится. Этого мы потихоньку тревожим, разбиваем. Все, лучников выбили. Барбакан закрыт. Замечательно. Далее что делаем? Далее идем в развитие. Не хватает товаров. Так, хлеб пекут, дела идут. Видите, как складно получается. Нам надо вот это местечко чувачку поприкрыть. Аль-Хисану Сария. Нужно золото. Топ, он у нас не добывал камень, ресурса не шло ему. Ну, давайте поперекроем это все дело. Так, скорость игры. Я думаю, можно уже увеличивать. На полную. Я себя обезопасил, я так думаю.
так вот наши каким-то интересным ходом обходят все это. Ни хрена, мы как-то пошли неправильным путем, ребят. Ваша власть растет. Нентабр. Альфарасутан. Нахну Аппол. Хуюлуна Джа. Послание от султана. Вельблюд мир так нужен. Дурной знак. Ламан Аппа. Смотри, что делает. А, гаденыш. Выгоняет меня со своего этого хлеба. Так, тут войско идет, нехорошее, я бы сказал. Как он так открылся и вдруг пошел, интересно, а? Это да. Ладно. Все гуд у нас денежка пришла, начинаем. Не хватает товаров. Массированно тоже долбить. Не хватает товаров. Что мы можем тут сделать? Смоуком. Салфататум. Давайте увеличим. Это разгром. Что мы увеличим? Что у нас тут? 6. Все пока в порядке. Послание от султана. Я читаю ее. И они сидят в Германии. Ну, давайте сюда поставим. Мало ли, он сейчас сюда ведь придет, наверное, да? По кругу-то. В принципе, мы сейчас здесь всех встретим. Не вопрос. Вперед. Нет, он вот сюда пошел, смотрите-ка. Ладно. Сюда, так сюда. Хочет со мной здесь постукаться. Не проблема. Не хватает рекрутов, сэр. Давай, друг мой, давай. Я тебя жду. Так, этот все обнищал у нас. Этот тоже нищает. Ага, лошадок наших тут повырубали. Я живу для вас. Смелее. Послание от султана. Султан, нынче не писали тебя. Ну то все, выбили. Ладно, здесь мы встретим. Давайте продаем ресурсы. Нам надо конницу купить. Не хватает товара. Здесь все нормально у нас. Не хватает рекрутов, сэр. Ну, сопротивляется еще чуть-чуть, пока денежки остались. Аль-Хисану Сари. Ну, здесь самое главное, ребят, все на опережение успеть сделать, все быстренько расставиться. Нужно в точках поставить башни определенной высоты, видите, высокие поставил специально, чтобы они меня не доставали.
Послание от султана. Султан нынче небеса не благословен. Поэтому все у нас получилось. Когда я играл в юном возрасте, конечно, я помню эту, вспомнил карту, я ее разу там, может, 6-7 прошел. А тут, в принципе, все легко. Амбар полон. Амбар полон. Замечательно. Так, ну давайте еще лошадочек. Не хватает товаров. Немножечко партейку подкупим. Можно идти в атаку. 85. Тут нищета, вдруг все. Кончился. И тут тоже мы добиваем, в принципе. Нас атакуют! Кто-то там нас атакует. А что, нам здесь уже делать нечего. Надо обратно бежать. В принципе, все. Это уже победа. Потому что мы придушили везде экономику всем. И все. Грубо говоря, все. У всех экономика сломана. Можно добивать ассасинами, не знаю. Без разницы как, давайте вот этих сюда запустим. Не хватает товаров. Не хватает товаров. На того ассасинов бросим, допустим. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Да, здесь все главное сделать вовремя. Так, эти побежали к тому, эти побежали к тому. Ну а к этому мы, наверное, придем вот так. Да? Можно вот так потревожить. Так, давайте-ка отключим. А то своих же перебьем. Амбар полон, милорд. Послание от султана. Угорье пересекает источник базы султана. Послание от султана. Все три экономики, в принципе, в одно время сломалось. Настало в очередь заступить. Ух. Честно говоря, немножко переживал перед началом этой миссии. Нет. Не хватает товара. Не хватает товара. Все у нас нормально вышло. Послание от султана. Угорье пересекает источник в базисе султана. Октольхум джамиян. Аль-фарасу таду. Ачихаб тухаллик. Давайте тогда всех вырубим тут, чтобы не мешались. Ну и по султану бить начнем. Амбар Турнула. Ну так вот. Где наши ассасины? Так, здесь что у нас? Как дела обстоят? Немножко бьют нас, да? Немножко обижают. Послание от султана. Петь, Али, оплакивай твое поражение. Не хватает товара. Стенку сломали, да? Раз так говорит. Ну пойдем. Так, сюда ассасины, сюда наши мечники идут. Все. Это все. Ой, горе, султан.
Со всех сторон султанов забили. Ну вот такая вот победка у нас интересная. Интересная миссия. Послание от султана. Ой, горе султану! Настал его черед заснуть вечным сном. Справились, молодцы. Так, ну что ж, прошли мы очередную главу, 17-ю. Следующая у нас глава будет 18-я, бесплодная земля. И будем мы сражаться аж против пятерых змеев. Интересненько будет. Ну да ладно, это будет в следующей главе. Не забываем подписаться и поставить вот такой жирнейший лайк. И всем хороших выходных и вечера.